Вот такие пончики делаю к вечернему чаю, ребята. Вот, вот они. Сахарком потом сыпаю сверху. Но тесто тоже полусладкое такое. Мягенький, на дрожжах. Вот, к вечернему чаю. Вот, и вот так вот обжариваю с двух сторон масле. Вот, надо, конечно, кипящее такое масло в промышленных масштабах делают, но это, извините, потом это масло выкидывают. А вот дома можно даже не кипящим таком этом, а просто вот так залили. У меня ушло где-то 100 грамм масла, даже меньше, наверное, 50 грамм вот так вот, да, будем говорить. Вот так я с двух сторон обжариваю, вот так вот, до красноты надо. Вот, и перед тем, как это положить, вот одна открылась, не соединил как надо. Вот, и дать постоять, она там чуть-чуть начинает еще сбухать на дрожжах, и потом уже вообще становится пончик из пончик. Вот, любимое, как говорится, лакомство американских копов, вот. Они всегда во всех фильмах, как видите, они идут, покупают эти пончики. Пончики едят все время, поэтому толстые. Вот. Ну, вот так к вечернему чаю, видите? Легко и просто.